Отличный праздник и очень радостно на нем присутствовать, потому что, когда ты видишь детей, их родителей, участников этого праздника, то ты начинаешь ценить жизнь, ты начинаешь к жизни относиться по-другому, потому что эти ребята, они пример, я считаю, для многих людей. Имея некоторые ограничения, они с радостью выходят на лед. У них светится лицо счастьем, глаза горят. Они никогда не унывают. Это самое ценное, то, чего многим не достает, я считаю. И хорошо то, что я тут побывал. Происходит переоценка ценностей, начинаешь больше ценить жизнь. Я очень рад то, что познакомился здесь с тренером одной из слэдж-команд. Он кавалер двух орденов мужества. В Чечне подорвался на мине. И сейчас тренирует команду. Он не опустил руки, не бросил ничего. Вот я считаю, такие люди в нашей стране, конечно же, должны быть для многих большим примером. Должны хорошо жить. И я надеюсь, что все у них будет отлично. Ну а мы будем брать с них пример и всячески поддерживать.